Во! Ребят, он уйдет, уйдет! Нет! 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 О! Хороший! Вот он! О. Да! Ого, как он шел! Я ж боялся! Подождите, сейчас я его отцеплю. О, о, рыбка, рыбка, ох, какая, вот это рыба, рыба, о, боролись мы с ним, ребятки, вот какой кедр. Будем через него идти. Первый пойдет Иван. Welcome. Welcome. Медитируете здесь? Конечно. И я сейчас к тебе подумаю. Так, а я как поступлю? Нога куда? Вон поближе туда. В руках камера. Потом маленький толчок и прямимся на эту. Оп! Так, отлично. Так, еще разок. Оп! Все. Я в домике. Ребята, я в домике. Так вот. О! Идем. Опа. Опа. Видите, как все. Кедра. Еще там кедра. О, как он смотрится. Идет зацеп, но поймаешь зацеп. Пошли. Вау. Он шатается. Ого. Резонансно упасть. Резонансно. Оп. Боком ставим ножку. Так. Тут осторожненько. Сучочки. Так, отличный ход. Лошара. Да. Зацепился. Круто. Что, дать что ли? Не знаю. Ну он тут мелкий, да? Наверное. Ну, это, блядь. Картина. Держи его. Не да ешь. Поднесешь. Рыбу бить нельзя. Ой, лоханулся. Видишь, да. Своя сказка. Кедр великий. И вот такой мох. Пройдемся дальше. А? Кого? Очень лес. Мы тут ходим. Ходим. О, тут сзади за нами идет. Сучки. Слушайте, скрипнят. Ну тут, видите, приходится ходить в места. Пересеченная местность. Когда перешагиваешь, вот так вставать на нее не нужно. Сразу перешагнули и равновесие сохранили. Как будто идешь по тротуару. Вот это надо учитывать. Ну и заранее продумывать, куда ваша нога в очередной раз ступит. Это все, если будете. Что-то вот эти без иска бревна скользкие, уже знаешь. Сам хом можно ступить на них. Ну вот таким путем идешь спокойно, как будто бы по городу. Вот опять. Как думаете, справа, слева? Прямо. Лучше прямо. Прямо получается всегда попроще и надежнее. И начнете что-нибудь изобретать, будете падать. Ну там видно сразу, темно что-то. Значит, мы определили, что это
непреодолимое препятствие и обходим. Вот. То есть два дерева вон там лежат, заваленных. И тут опять у нас дерево. Мы раз, все его перешагнули. И заранее просматривайте, где места более прямые, где вам будет удобнее идти. Ну вот так вот. За ночь, а мы все идем. А мы все идем. Елки-мать, какая же. Все идем. Заблудились мы, по-моему. Ночное солнце. Вон как красиво светится. Ну вот как все ярко. Ну видно, да. Освещает хорошо. Прекрасно. Помощница наша. Я четко. За этот зайди. За что? За. Да. Ну, нет. Да вон, смотри, как четко вообще. За елку зайди. Вот. Ёлка. Вон, посмотри, как четко. Красава вообще. Сука. Ну да. Приблизь. Лунная дорожка играет с кедрачом. Встань туда, светит оно тебя, нет? Вон, смотри, как даже за ветками берет. Видишь? Да. Ну-ка, дай-ка, встань туда, на дорожку. Вон туда, вон, на дорожку, вон туда. Поймает тебя она? Ну, что не поймает? Поймает. Вот так вот луна освещает. Вон я поставил его. Освещает. Тебя не видно. Ну, видишь, иначе не видно. Вот теперь видно. Ну, не справляется камера с таким освещением. Надо переключить. Ну, говорю, у тебя на этом... ну вот, как освещает все. Прекрасно. Наша луна. Ну вот, как видите, освещает луна. 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 Вон красавица какая. Ох, как с ветками играет. Подержать ее, что ли? Подержу ее в руках. Луну. Да, ребят. Так что у нас вот такая вот штука. Кипятим чай с утреца. Красивая. Будем пить чай. Ну, это как бы профилактика простаты, чтобы, конечно, вы сидели не на влажном, а на сухом. У вас дополнительно еще маленько прогреется. Определенная физиотерапия. Вот такая вот штучка. Ну вот уже совсем цветает. А тут посмотрите, ребятки, лед. Лед. Вся вода в ведре замерзла. Вот такой сегодня мороз. Сегодня для кипячения чайника мы сделали свой метод. То есть поставили, сделали колодец огненный. Сзади надья, две сырины. Тут тоже две сыринки. И вот так. Тут. Все полностью огненный колодец. Искусство разводить костер. Искусство кипятить чай на костре. Это все, ребята, получается, что у нас искусство. И вы должны мудро предусмотреть, чем вы будете разводить костер на следующий день. Видите, минута и чай вскипел. Выбрали всю залу. Ее можно использовать датчиком на дачу, как удобрение. Убери, а можно для смазки. Федор, подожди. Убери вот те вот палочки, убери. От насекомых, клещей. Ой. О, сейчас. Но сейчас они нагреют, обогреют угли, изморозь, уйдет лед. И будем делать стенку, надо дрова прогреть. А потом это все уберем, прогревалище. То есть вон ту.
7 октября, утро, 9 часов. Запускаем воздушные шарики из пакетиков. Вот так наполняются они и отпускаются в небо. В небо. Ну, у нас развлечение такое здесь. Вон он. Вон он, вон он. Видите, как полетел, как далеко. Вот он. Теперь летит. Вот, все. Но этот что-то слабенький. Мало воздуха набрал, видишь, он уже низко полен. Бумеранг. В морозе шапка превращается в кирпич, видите, застывшая. Влажная. Ну, видите. Вот такая штука. Вот, да, на лужах лед. Вся роса замерзла. Солнышко. Солнце светит и растет трава. Да. Дорога в облака. Ну. Нафига ты ферму это выглядит? Из березы. Охренеть. Красота. Красота только. Костер здесь. Река здесь. Костер. Федор здесь. Крыша над головой. Крыша. Снег идет. Да, снег. Ах, ах. Красавчик. Склонился. Опять самочка, ребятки. Видите, плавничок маленький. Самочка. Вот. Костер. Рыбка. Романтик. Романтик. Какое место. Все лапистые такие. Красивые. Сучки такие. Вот пуск воды сделал. Насколько нужно поднял. А вот тут видите, как чтобы корабли проходили, как у плотины. Вот. И дальше березы повалил, чтобы их грызть. Плывешь и грызешь, и кушаешь. Ну, твой бовяк. Вот. Бобровые плотины. А тут у него... Да. Ты глубокая? Вот такой он, король речушек. Вот второй уровень. Вот он. Сброс воды. Третий уровень. С этой плотинкой он затопил наш, пустил воду на наш, на нашу тропу, чтобы мы там не ходили. Вот видите, прорыл русло, специально сделал, и вода пошла на нашу тропинку. Какая прямая. Видите, вот он тут и все зимой. Птичка какая. Живица кедровая обгорает. Это наши аккумуляторы. Бутыль, из пластика бутылок. Сейчас нагреем воду там и покладем в УАЗик рядом с собой. Всю ночь буду греть. Сегодня у нас кипятим чайник. Видите, высокий котелок. Используем два обойника, вот, и всего лишь бересту. Бересту подкидываем вниз, она как бы дает якшать этим углем, и чайник у нас
быстро вскипятит. Видите? Всего за 3 минуты. Что ела? Как? О, уха у нас. Суп. Не суп, а это ела. Мышь? Ну а кто? О. Сейчас. Так, ну вот она, зависшая, сухая. Вот сейчас мы будем, чтобы она упала. Так, что, отпилим вам оттуда, да? Ну да, чтобы... Там сучок, Федор. А? Сучок. Тут он видал, сколько... Заточил отец топор. Ребятишек полный двор. Нарублено. Уродин нарублен. Откуда дровишки? От лесу вестимо. Отец, да видишь, рубит. Расколол, а я увожу. А то ли практика таежная. Порви это. Уа! Пасть ему порви. По центру? По центру порви. И сучок раскололось. Вообще монстр. Так на 4 ты сказал? А? На 4 же части. Там под, сучки по центру. Делаем, а тут продольные, то есть ошибки. Продольные, по продольному пилению. Делаем столик, доски. Это буратино. Видите, носик, все. А это папа Карло. Папа Карло. Союз, стоит 4,90, полупрофессиональная, мощность 3,2, сына 40. Такая отсиля будет стоить 26 тысяч, а это всего стоит 4,200. Почти 2 года, еще ни разу не подводила в тайге. Вовремя смазываем бензин 90-92 октанового число. Цепочка при покупке сразу заменена на кирилловскую цепь. То есть я отдал за цепь еще 800 рублей в придачу. Ну вот видите, как это справляется. Дела полупрофессиональные. Ну вот и все. Welcome. Надо. Ну нахуй.
Так, все, идем. Да. Не запинаемся нахуй. Все перешагиваем. Потихоньку. Так, тихо. Сейчас я камеру возьму еще. Первая сырина. Вот такая хорошая. Влегла. Вниз. Ну вот. Вот такая штука. О, как горит. Сложили на дью. Вот эти две стенки сырые поставили. И что вот эта грань прогрелась, древесина подсохла и маленько было на угли, чтобы пришел быстро обогреться. Вот тут мы должны нагореть угли. Ставим для прогревателя. Прогреватель. Вот эта сейчас штука между собой перекачается, эта штука прогреет. И мы придем, эту штуку сюда построим, быстро разведем костер и будем греться. Тихо уже будет, елка сухая. Горит очаг. Вот сейчас мы эту... Теперь быстро кипятим чай. Это у нас со льдом она, видите, температура нулевая. Два отбойника. Угли и веточка сухая, вот такая. Отбойнички, сейчас посмотрим, как мы это сделаем. Вот отбойнички так замонтировали. Теперь что, вот это. Бывало, то и схватил, блядь, жизнь такая. Ломаем и вот что сюда. Под руку попало, то и. Вот ломаем. Вот и посмотрим, за сколько у нас чайничек кипятит. Все, угли будут икшать, давать сильный жар. Вы знаете, когда делаете шашлыки, большая температура, а эта штука, чтобы они играли угли. Искусство делать огонь и кипятить чай, видите, все. Там у нас ладья, тут поставлено тоже отбойник, вот этот нагоревший, видим, обгарок, который остается от ладьи. Вот. И тут два тоже таких экрана, там, значит, везде угли и маленькие сухие веточки, они вот берутся вот сейчас вот такие вот. С дерева вот отсюда и вот отсюда. Сейчас покажу вам. Вот эти веточки, вот видите, сухенькие. Вот, все сделано, все правильно. Буратино, от страха упал, все его сожгут. Делаем крышку под чайник. Вот и посмотрите, какой там жар. Крышка под чайник готова. Во. Все. Крупновато маленько. Маленько. Нет, убрать это. А, ну топориком обтешим и будет крышечка под чайник. Вот крышечка готова. Быстренькая. Умеючи с пилой, с двухручкой или с такой пилой. Ну, сделали. И чай уже. С березы, естественно. Березовая. А ты думал с елки, что ли, чтобы смола туда попадала? Нет. Сам аж затушил, все закипел, видите, и сам себя потушил. Видите, как все удобненько, хорошо, быстренько и четко. Все разбираем это дело. Так, так. До следующего раза. Да. И ручка горячая. Думал, не горячая. Вот все. Вот экранчики. Сделали свое дело. Вот видите, как они выглядят. Вот так вот. Все готово. Чага собрали, вот. Добавляем ее туда. Чага. Вот. Котелочек обязательно, чтобы иммунитет повысить. Добавляем чаги. Эх, Буратино, Буратино. Еще последний топор сломать нам и все, бля. Ты что материсься-то? Ну, он таежный. Он всегда один живет в тайге ему. Похрен. Болотник, видите, в смоле. Так. Клин клином вышибает. Надо клин забивать. О! Еще разок. И! Вау! Полетельник и понедельник. Фонарик. Солнечный батарея стоит, но подзарядки. Он подзаряжается на открытой подстанции. Все, четко, грамотно. Без генератора, правда. Генератор тоже будет. Хоп, опа, хоп, мусорок, не шей, не срок, машина, о, вот и все, видите, все готово. Так, и четвертину сейчас выберет. Кто-то застрял, неудача. УАЗики дверцы открытые, чтобы конденсат испарялся, температура сравнялась, то там будет образовываться сильный конденсат, а он там влажность не нужна. Готово. Еще один удар. Вот так. Вот так. Вот так. Все готово. Хватит. Еще разок. Федорович. Не надо. Еще разок. Вот так вот. Молоток таежный. Буратино.
дровяник пошел. Подумать. Летом вообще там можно приехал и туда, ушел, не скажешь так. Бегай там. Ну, зарядка, видите, идет. Солнечная батарея работает. Ярко в эти день не очень такой пасмурноватый, но зарядочка идет. Вот с таких деревьев строим бани с кедрача. Посмотрите, там сколько смолы живицы. Сибирскую чистку можно сделать. Вон какие. Баня получается шикарная. И стоит хорошо. Воздушный шарик. Развлечение. Вау! И понедельник. Уху-ху-ху-ху-ху-ху. Простоквашино. Домой назад давай. Назад сказал. Назад. Место. Рекс, место. Все. Уха. Он не покупает. Ты где? Видишь его? Да. Красавчик. Но он что-то общался, по-моему. Да. Рябина, давайте попробуем сейчас. Красавица, вот такую штучку. Она сейчас подморозилась. Рябина в казе делается вкусная из нее. И как мы ее достанем? А вот тут надо веточку, как мишка, пригнуть. О, и мы почти достали рябину. О, как и сколько. И грозди. И будем это дело сейчас пробовать. О, попробуем около могучего кедра. Вон, посмотрите, сколько жибицы, смолы. Ну, мы ее уже набрали, покупайте. Сибирская чистка вообще целебная штука. И зубы, и для косметологии используют, для лечения заболеваний. Ну, давайте кушать. О. Мороз убрал с рябиной горечь. Кушается вообще прелесть. Кладезь витаминов. Птички, слышите, поют? Эй, какая-то стайка летает. Такие дырачи. Могучие. Деловая древесина. Стюарт разливает огонь по бокалам и видит, как плавится лед. Акулы глотали слюну. Я беседовал там с господином начальником крыс. Я видел секретные карты. Я знаю, куда мы идем, капитан. Дороги в тайге. Водяные. Водяной, никто не водится со мной. Одни пиявки и лягушки.